контроль денежных переводов в Евросоюзе. Европейский Союз планирует базу данных, которая будет прикреплять криптовалютные кошельки к пользователям для идентификации личности. После столкновения с повышенной террористической опасностью, Евросоюз заявляет, что финансирование многих террористических структур осуществляется анонимно через биткоин. Анонимность означает, что можно отправлять платежи без риска быть опознанным. Теперь же Евросоюз сможет прикрепить идентификатор пользователя к каждой сделке для входящих и исходящих транзакций, совершенных в пределах действия европейского законодательства.